каждой точке нашей планеты каждый старается достичь успеха в своей работе, чтобы зарабатывать деньги. Деньги, в свою же очередь, стали смыслом нашей жизни. Кто-то добивается успеха и работает в крупных компаниях, в офисах. Кто-то зарабатывает деньги тяжелым трудом. Не покладая рук, берутся за любую работу, чтобы содержать семью. А кто-то на предприятиях или заводах. Кто-то выходит, таксует, водит машину. И у каждого одна цель, конечно же, содержать семью и детей. Задумывались о будущем своих детей, кем они станут, кем будут работать, как обустроится цикл жизни, как сможет думать и зарабатывать самостоятельно. Потому что, пока дети малы, им нужно показать правильный путь. Или же пока они не столкнулись с тем, что они станут отбросом общества. А путь, вы спросите, какой? Так это всегда была учеба. Всегда учиться, узнавать что-то новое, изучать языки, английский, русский, корейский, точные науки, математику, вычисления, сложения, развитие мышления. Если вы задумались о том, чтобы ваш ребенок тоже занимался всем этим, представляем вашему вниманию учебный центр «Компас», где проводятся занятия по русскому, математике, английскому предметах на русском языке. Компас – это место, где, возможно, начнется будущее вашего ребенка, и, возможно, учителя заинтересуют вашего ребенка в учебе. Спасибо за внимание. Не забудьте, пожалуйста, поделиться видео с тем, кому тоже не безразлично будущее своего ребенка.